кого больше? Нет, нет, сейчас я рад, что больше узбекских национализировалось это все. Узбекистан вошла в то это, есть дети россиян учат узбекский война. Дети россиян учат узбекский язык сейчас, да? Нет, есть и русские школы, их мало, да. Ну, Ташкент, у нас в основном русские живут в Ташкенте и в Наваи городе. А в Ташкенте там популяция русских. А в Ташкенте больше русских школ, да? В Ташкенте? Или все равно больше украинцев? Да, 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 там больше русских школ, так как популяция русского населения. Ну, значит, вы от русских никогда не избавитесь. Пока вы не нажмете до конца, всегда будут русские, которые да. говорят, говорите по-русски. Да, да, совершенно верно. Они диктуют на каком языке. Ну, сейчас не знаю, я, может быть, они... Нет, на мой взгляд, они сейчас не изучают. Афганская война, вот продолжение темы, то, что я начал. Афганская, они же предпочтительно брали таджиков, узбеков в основном. Малые народы отправляли в афганскую войну. А я еще слышала, что да, да, вас, например, если война в Казахстане, берут вас. Война в Таджикистане, берут вас. Стравливали народов. Да. Вот, братский народ да, действительно воевал верно, друг да. против друга. Хотя, с другой стороны, ну, наверное, вам и было это неприятно. Естественно, территориальные вопросы. Мы жили как один целый народ. Нас, сидя в Москве, Ленин топором разделял, говорят, вообще наши территории. Здесь будет Узбекистан, здесь будет Казахстан, Таджикистан. Таджикистан была в нашей автономии, потом его взяли отдельно, сделали, а Каракалпакскую, то есть нам как автономию вернули. То есть... Все это ведет к тому, что вот я не могу, я не люблю советскую власть полностью. А сколько много вас погибло кричи. При советской власти, вы думаете? Вот сколько вас миллионов было ну, в начале века, ну, в 1907 году, и сколько вас было в 1990 году? Вы знаете? Не, популяция нет. У нас с демографией проблем нету. Может, свет часто выключают. С демографией нету проблемы в Узбекистане. Проблема в том, что вот то, что они творили, вот я вам рассказал весь этот период. А какие годы были для Узбекистана самые тяжелые? 20-е или 30-е? 30-е, 20-е. Коллективизация, да, и гражданская война. Коллективизация, да? Да, да, совершенно верно, да. Гражданской войны у нас не было, но при развале Советского Союза, да, вот это все сказывается до сих пор. У нас дети очень часто болеют из-за отсутствия йода в организме. Аральское море же высушено полностью. У нас вот эти заболевания дыхательных путей, вот это отсутствие вот морского воздуха. Скажите, медикаменты, которые подставлялись из Украины, сейчас нету их. Наши выдающиеся врачи все еще говорят, что вот самые лучшие медикаменты шли из Украины. Кондитерская продукция, то есть сахар. Много чего мы экспортировали из Украины. Вот эти товары сейчас отсутствуют полностью. Мы из Индии закупаем. Если вы слышали, 119 младенцев умерли от препарата Докмакс. Вот это все вот сказывается, вот, то, что происходит в Украине. Скажите, а сейчас Узбекистан это Россия или отдельная страна? Нет, это суверенное государство. А насколько оно суверенно, вот, ну, по-серьезному? Вы зависимы от России или нет? Да, они, да, зависимы, к сожалению, да. Сейчас же этот... Стратегическое партнерство у них торговые, все это растет. Как вы видите ближайшее развитие от Узбекистана в следующие 25 лет? Что будет меняться? Активно будет развиваться, если будет демократическими странами сотрудничать. Это Япония, Южная Корея, Сингапур, Малайзия. Ну, те страны, которые нам ближе. А вот сотрудничество с Россией нам ничего не даст вообще от слова совсем. Из того, что вы мне сегодня сказали, сколько узбеков подпишется под ваши слова? Я не знаю. Я вот не могу какой-то социальный опрос провести, вот, к сожалению. Это чисто мое мнение. Ну, вас узбеки бы сказали, что молодец, красавчик, либо предатель Родины.
Тут мнения разделяются, у всех свое мнение, понимаете? Кто пророссийский, кто упитан вот кремлевской пропагандой. А вы выехали в Америку, много. Потому что вы по политическим причинам вас... Yes, of course, political asylum. То есть вы не вернетесь, да? Да. Вы не вернетесь никогда в Узбекистан? Не, вернусь. Почему? Возможно, вернусь. Maybe. А что вы скажете про Казахстан? Вот именно вот... Различия, что сейчас вы видите в Казахстане того, чего нет в Узбекистане? Вы видите, как... Казахстанский народ, не буду скрывать, они более, политические мышления у них другое, у них выше. Если для сравнения, они поддерживают Украину, но, к большому сожалению, власть сотрудничает с Россией активно. Угу. Помогает обходить санкции, также и узбекский лидер. Базан активно помогает России обходить санкции, к большому сожалению. Это мне не нравится. Что бы вы хотели? Суверенное государство, какие интеграции, какие объединения, хочет она в Евросоюз, пусть идет, хочет она в НАТО, какой Россия, почему Россия должна диктовать этим бывшим стран Советского Союза, как жить, с кем... А вот ко мне заходил парень из Крыма, не хотите ничего сказать про Крым? Он сказал, что в Крыму живут русские. Нет, это не так. Это ханство крымское. Вы правильно сказали, русские. Я не знаю популяции русских, где они вообще жили и... Честно. Ну вот если раскопать крымское ханство земли, там будет тюркская кровь. Где копать земли, чтобы найти русских? Нету, их вообще нету от слова совсем, вот честно. Вот узбеков, предки узбеков живут, ну я не знаю, вы, наверное, знаете, какие города были вот вашими предками? Вот, они же были больше территории, Советский Союз у вас забрал, да, ведь земли? Ну да, какие-то территориальные вопросы, да. Я же говорю, вот в современном Узбекистане там было Бухарский Эмират, и Коканское ханство, и Хивинское ханство. Какой город сейчас является Россия, и на самом деле исконная узбекская земля? Все эти города. Самарканд, это столица вообще... Монголь, то есть Амира Тимура, там обсерватория Лубека, то есть много выдающихся ученых. Раньше же цивилизация из Востока на Запад шло. Да. У нас много деятелей, да, и астрономии в 15 веке Лубек еще у него через обсерваторию он наблюдал за Млечным Путь, то есть галактика, Солнечная система. В каком веке это? В каком веке? В 15-м. Не наша война. Там это подлая война, которую развязала Российская Федерация. Не идите. Я видела сегодня, россияне, видела ролик в Мариуполе. Мы туда завезли узбеков, таджиков и тут же сделали рейд. Что, говорит, взяли паспорта, так и хотите, типа, хотите наживку, ну как это, поговорка. Хотите что-то такое, и надо ловить. Ну, короче, как только получаете российское гражданство, сразу идете на СВО. И они поехали в какой-то узбекский район, зашли в какой-то узбекский ресторан, и всех оттуда вывезли, всех. Они поели, вот там какой-то фастфуд у вас был, и забрали сразу бусик. Да, совершенно верно. Под любыми предлогами сейчас забирают на войну и... Это печально, конечно, это не наша война вообще. Это здесь однозначно Россия виновата, то, что развязала эту бессмысленную войну. И... Ну, спасибо вам за поддержку Украины, за то, что вы зашли. Я не знаю, слышал ли этот ваш предыдущий узбек. Я не знаю, я посмотрю, есть ли он, но мне кажется... Будем надеяться, я его не вижу. Всего вам доброго, до свидания. Да, хорошо, have a good night. Подняли.